20 сентября, день Сазунта, назван в честь святого мученика Сазунта. Он был добрым нравом и исполненный благих дел, ибо в законе Господнем получался день и ночь. Однажды, пася овец у источника, у которого рос большой дуб, Сазунт уснул сладким сном и увидел божественное видение, в котором его призывали к подвигу мученическому. Пример его принес многим пользу. Он вошел в капище и сломал идола. За это был схвачен и жестоко подвергнут пыткам, от которых умер. С этого дня крестьяне начинали торговать репчатым луком. Говорили: лук – овощ от семени дух. Это один из тех овощей, которые не только питают, но и помогают бороться с самыми разными заболеваниями. С дня Сазунта начинались гуляния парней, поскольку по завершению полевых работ юношей забирали в солдаты. А перед этим им давали немного времени для отдыха и развлечений. Они надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные потасовки, принимали участие в играх. Приметы: много шелухи на луке, суровой зиме. В этот день рекомендуют париться для укрепления здоровья. Если хотя бы одну луковицу испечь раньше, чем весь лук будет собран с огорода, урожай может пропасть. Мое обращение к посетителям канала: поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.